Еще одна проблема. Жители муниципальных домов столицы решена. Столичные власти завершили монтаж лифтов в многоэтажках. Всего в этом году установлено 14 лифтов. Для выполнения этих работ были приглашены российские специалисты. В течение года совместно с югостинскими коллегами они трудились, чтобы жители многоэтажек, которые этого события ждали не один десяток лет, наконец могли воспользоваться благами цивилизации. По республике 131 лифт. Всего в городе функционирует 31 лифт. За их работой будут следить специалисты ЖЭК при администрации города. О комфортном передвижении в лифте в этой многоэтажке помнят лишь старожилы. Лифт здесь не работал долгие годы, но теперь для удобства жителей сделаны все условия. Лифт здесь работает уже 2 недели, и жителям больше не приходится подниматься на верхние этажи пешком. В многоэтажке на улице Исаака Харебова проживает много семей с детьми, пенсионеры. Замена лифтов для них была долгожданным событием, они довольны. Я сломала ногу и несколько месяцев не могла сама спуститься по лестнице, чтобы выйти на улицу. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто приложил руку. Теперь я могу выходить на улицу каждый день. Мы довольны работой наших новых лифтов. Спасибо, что сделали для нас такое доброе дело. Пожилым людям сложно спускаться с верхних этажей. Лифты соответствуют всем современным стандартам. В случае их неисправности жители многоэтажек в первую очередь должны сообщить лифтеру. Анжела Кукоева, Азамат Куцев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.